Как избежать основных ошибок в Дубае. Для вас ведет веду я, Азат Надыров. Время 8 часов по московскому времени. Кто меня видит и слышит хорошо, поставьте плюсики. Плюсики. О чем этот вебинар? Во-первых, это вебинар о том, как избежать ошибок, элементарных ошибок при приезде в Дубай. Этот вебинар для тех, кто хочет получить полезную информацию о Дубае. Я расскажу о том, что нужно вам знать для того, чтобы ничто не омрачало ваш приезд в Дубай. Этот вебинар предназначен для туристов, для тех, кто хочет переехать жить, и просто для любопытных, которые пока не планируют приезжать в Дубай, но которым интересно вообще узнать, а как же там вообще, что же там такое. Проявлять чувства здесь прилюдно нельзя, это целоваться, слишком там сильно обниматься. И в том числе в такси этого нельзя делать. Я знаю, мне рассказывали были случаи, что таксист одну парочку, которая на заднем сиденье, скажем так, слишком откровенно проявляла свои чувства, таксист их прямиком привез в полицейский участок и с ними там что-то сделали. То ли оштрафовали, то ли арестовали. Дальше я развитие событий не знаю, но такая информация для меня просочилась. Если же вы хотите за город, то есть если вам надо экстрима, в пустыню, там, еще куда-то, обращайтесь только в специализированные компании, кто предоставляет такие услуги, потому что они выступают гарантом вашей безопасности. Кстати, шубу можно купить без денег. Да, без денег. И просто приходите в магазин, мерите шубу, а потом они вам доставляют ее в отель, и уже в отеле при получении шубы вы рассчитываетесь. По вопросам, пожалуйста, я вас хочу попросить. Позже я вам отвечу на вопросы все. Ответы на вопросы будут в конце, поэтому бесполезно сейчас писать в чате вопросы какие-то. Для тех, кто приезжает жить. Основные ошибки – это иллюзии и ожидания. Как я заметил, у людей, кто сюда приезжает жить, кстати, у меня тоже это было, такой в голове сказочный образ, завышенные ожидания, завышенные иллюзии. Это нормально, я вам скажу, то есть вы не один такой, если у вас это наблюдается. На самом деле я бы посоветовал вам все-таки свои иллюзии, свои ожидания, раза в 3 сократить, чтобы потом не было неприятных разочарований, когда вы приедете. То есть, опять же, это город контрастов, очень много, как я вам показывал до этого, интересных вещей, интересных картин можно увидеть, то есть это не только небоскребы. Также вот сейчас я вам покажу вот такую картинку, то в любом случае будьте готовы, что многие вопросы вам придется решать самостоятельно. Это, как правило, все бытовые вопросы, то есть это квартира, телефон, интернет, опять же, права, машина, мебель, я не знаю, там у кого есть дети, школа, садик. Прежде чем ввести лекарства, убедитесь на сайте здравоохранения, либо на сайте таможни, может быть, что ваши лекарства не попадают в список запрещенных, чтобы избежать проблем. Так, сколько стоят роды? Вопрос такой, не могу сказать. Да, отличная идея. Ильдар предложил в паблике, в комментариях предлагаю познакомиться. Кто не в паблике, подпишитесь. Вот вам ссылочка на пост. Всем спасибо за внимание. Продолжайте знакомиться ВКонтакте. Я также всем разошлю имейлы, те, кто хочет познакомиться. До новых встреч. Мне было очень приятно. Всем пока-пока. До свидания.